В магазинах ходит патруль полицейский с пачкой медицинских масок и раздает. Не штрафует, но объясняет. Весьма настойчиво так. Так что все непросто. Нас пришли в магазин, я так наскоками периодически снимаю. То маски с полицией, то к Новому году. В общем, здесь что? Вот и хочу что-нибудь такое на Новый год, типа маринованного угря, вот эти минога. Это гриль минога. А так как-то больше остального и нет. И смотрите, сколько осталось угря. Его вообще нет. Сейчас надо звать мужа, выцарапывать. Баночка угря. Но это деликатес. Почти 6 евро. А гриль Сильмут 11 евро. Ну да. Деликатесы. Ну, закупились опять. Сейчас дома вам покажу, чего купили. А мы здесь сейчас открыточку Кристине берем. Наш день рождения у Кристины вот-вот будет скоро. Может, у меня здесь хозяйничает. Да, я поняла. Сейчас все сделаем. Большая кастрюля, весы, книга, как сварить вермишель. Какая умница, вот доченька. Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Термокаллит. Ездили по магазинам, бегали по магазинам, праздники на носу. День рождения Кристины, совсем немного времени осталось, да и вообще до праздников немного. Это только так кажется, что о, какое сегодня еще число, ничего. В магазинах уже, знаете, ажиотаж, дай Боже. Очень даже много людей. Все что-то ищут уже такое. Не просто себе картошку с морковкой, а такое. Сегодня мы были в Копе в продовольственном магазине. Сейчас я покажу обзор, чего купила. Кое-что уже купили и к Новому году. Купили маринованного угря в желе. Сегодня в Копе была скидка. Ну, угорь — это рыба, длинная такая рыба. Я вам показывала ее на Чудском, но показывала ее копченую, длиннющую. Мы с вами еще дегустировали ее летом. Она была копченая. А это маринованная в банках. И вот она, как правило, у нас идет на Новый год. Но это деликатес, это, конечно, понятно. Сегодня в Копе была на нее скидка. Сейчас я про цены расскажу, все расскажу. Красной рыбы немножко взяли Кристине на день рождения. А вот угорь, конечно, пойдет на Новый год. Что еще хочу сказать, что я вот вам показывала полицейские рейды. Полицейские рейды прямо по магазинам заходят. Не то, что ловят тех, кто ходит без масок, но так настойчиво вдвоем внушительные формы с кобурой внушают вам, что все-таки масочку было бы недурно одеть. И масочки у них в руках одноразовые, в пачке, они вам сразу намордники эти, простите, маски раздают. Так что вот, к праздникам готовимся, про подарки думаем. А сейчас я вам покажу обзор продуктов, что мы купили в магазине Коп, эстонский магазин Коп. Мне он очень нравится, так что давайте посмотрим. Цены сейчас тоже озвучу, конечно. Значит так, чего набрали? Набрали всего. Ну, во-первых, давно в магазине не были, такого ничего у нас уже не было. Ну, молоко, я имею в виду, там сметана начинается, сахар. Завтра должна прийти Сандра в гости, старшая дочка, поэтому купила тут рулеты, купила мясо, хочу натушить, ну, нажарить мясо с картошкой, знаете, с луком, жаровней, пусть все едят весь день. И Сандра придет тоже, чтобы покушать что-то было. По эклеру девчонкам взяла, рулет вот шоколадный, сейчас все про цены все расскажу. Значит, молоко. Молоко у нас здесь, оно повышенной жирности снова почему-то. Муж так любит эту повышенную жирность. Стоит оно евро 29, здесь 1,5 литра, это молоко. И жирность от 3,8 до 4,2. Но каша на нем, Кристине, по сути, хорошая, да? Какао тоже вкусное, а так-то его пить. Так, это значит молоко мы взяли. Сок. Сок стоит 85 евроцентов. Если вы хотите цены в рублях, пожалуйста, умножайте по курсу на 90, сколько там теперь, 90, 95, 100, не знаю. Не слежу. Так, потом я взяла сыр. Вот такой сыр.
А в России это по типу, знаете, как сыр, ну, дружба, плавленый сырок, или как это называется, да? В общем, он стоит 59 центов. Таких штук я взяла 4, из них варю великолепный сырный суп с гренками. Гренки на сале и сырный суп. Очень просто, легко и безумно вкусно. Дальше. Дальше, давайте буду идти по чеку, иначе я потом полностью запутаюсь и начну это искать. А так я подсматриваю в чек. Значит, взяли мы Toro Puhastus Vahend, как это, для прочистки труб. Что-то у меня ванна стала, мне не нравится. Вот такая большая бутылка, литровая. Ну, туда ее надо просто вылить, да, сами знаете, как это промывается. Стоит евро 0,9. Ну, считайте евро. Евро. Дальше. И еще купила вот эту катла киви эмальте для убирания, уничтожения накипи типа в чайниках. Эту целую бутылку мы с вами зальем в стиральную машинку и в холостую прогоним на самой высокой температуре, на вот эту, сделаем эту программу. Потому что раз в месяц, а месяц уже прошел, мы с вами уже это однажды делали. Мастер приходил и говорил, что раз в месяц обязательно нужно прогонять стиралку на полной мощности, залив в нее целую эту бутылку для уничтожения накипи. Вот два яблочка взяла погрызть на 42 цента. Яблоки стоят у нас 69 центов, ну 70 центов давайте, так, чтобы было легче. Так, потом салфеточки где-то здесь были, такие простые, за евро. Для котов купила по евро. Ой, а что это в чеке евро 25? А, там было евро на ценнике. Ха, в чеке евро 25, а на ценнике, когда я брала, типа супер скидка, евро 0,5 или евро. Ну вот, обманули. В общем, две таких с мясом, курицы, там всяких этих, и рыбные. И еще за 99 центов вот таких много палочек, но это типа в качестве конфет со вкусом форели и еще какой-то рыбы. Ну, то есть это для котов. Так, вот мы пришли с вами к красной рыбе. Так я ее называю, да, красная рыба. Красная рыба. Сегодня была на нее скидка. Скидка очень хорошая, обычно даже 20 евро килограмм, это уже хорошо. А тут было 17 евро килограмм. То есть это совершенно дешево. И у нас как раз день рождения Кристины, закуски все равно дома будут. Поэтому мы взяли евро 75, 100-граммовая, да, здесь 100 грамм, да, 100 грамм. Две пачки, это у нас кто? Соленой форели. И две пачки холодного копчения форели. Две пачки холодного, две пачки соленого. Евро 75, сегодня скидки в Копе. Яйца стоили 99 центов. М, не очень большие. 99 центов. 9. Эклеры от Европакора. Евро 69. Две штуки. С чем они там, я не вижу. Ну, в общем, эклеры. Это девчонка. Лимон стоит такой 50 центов. Евро 50 килограмм. Лимон. Еще один десерт карамельный. Евро 29. Нет, евро 25. Карамельный вот этот. Ну, десерт как бы. Все тут сметана, печенье, сахар, ну такое. Кристине. Там грецкие орехи или что-то такое сверху. Так. Гуляш. Гуляш уже резанный и свининая фабрика наша эстонская Калев. Фу, господи, конфетную вспомнила. Раковаря. 2,99, то есть, ну, 3 евро пачка. Здесь 450 грамм свиного гуляша. Я вот хочу натушить. Так, вроде я уже про это говорила. Вроде я уже про это говорила. Но цену не говорила. 2,99, короче. А, купила дрожжи. Дрожжи у нас 50 грамм, стоят 15 евроцентов. И купила маргарин. Именно маргарин для выпечки. Вильма.
Фирма очень хорошая. Мы будем с Кристиной, очевидно, печь все-таки рогалики. Это уже не для маски, это уже для рогаликов, я имею в виду дрожжи. И маргарин стоит евро 39. 80% жира, как бы здесь. Ну, рогалики хороши на маргарине, не на масле. Ватные диски кончились, 79 центов. Вот такие стоят. Магазин Коуп как раз. Так, еще что купила. Сода. Сода у нас кончается. Сода, когда сода... Нет, это вообще атас. Да? Пачка все та же, неизменная. 55 центов стоит у нас сода. 55 центов. Салат. Салат купила. Завтра придет Сандра, просто она его очень любит, картофельный. 4 евро 39 центов стоит 800 грамм картофельного салата. Ну, а-ля оливье, как бы. Вот это для нее она просто любит это. Поэтому это я для нее купила. Так, что еще? Что еще? Касси Артури Кок. Ой, какая у нас интересная вещь. Пирог кота Артура. А я как-то показывала вам, по-моему. 2 евро 49 центов. Чего здесь это стоит, я не знаю. Он легкий-легкий. Типа кукурузные палочки, смоченные в карамели и склеенные между собой. 2,49. За что? Непонятно. Но в общем и целом муж сказал, что это, говорит, мне. Это я себе. Это, говорит, Кристине. Я говорю, она не будет это. Ну, значит, мне. Так бы сразу и сказал, что себе. Так, что еще? Еще эти самые губки купила. Губки стоят евро. Сгущенка нужна для блинов и не только. Это мужнина страсть сгущенка. Евро 59 у нас стоит сгущенка. Та самая нормальная. Но вы знаете, мне кажется, они все какие-то чуть жидковатые. Но вот все-таки не то, не то, что было раньше. Но евро 59. Три таких штуки. Даже, наверное, 4. Ой. Так, еще этот самое это. Угорь-то. Угорь 6. 6,59 стоит угорь. В магазине, по-моему, были скидки. Там, наверное, ниже скидки пройдут. Вот он такой, длинная рыба. Я вам показывала его, да? Банка небольшая. И вот этот угорь, он у нас идет как деликатес. Сейчас в Копе. Если хотите не за сильно дорого его купить, 250 грамм, то вот. Сейчас есть возможность там скидка. Шоколадный рулет стоит 3 евро. Без цента 2,99. Ну, 3. Шоколадный рулет 350 грамм. Вот сколько там этого крема. Это тоже по поводу... В честь того, что Сандра придет кофе попить чем-то. Хлеб Руккелейп стоит 77 центов. 77 центов. Черный хлеб. Пакеты черные помоечные 30 штук, 30-литровые, не знаю, как у вас, но для помоек. Сейчас ну, рулик муж уже убрал, забрал куда-то. Он пылесосит вон там за дверью, и поэтому, если гул слышите, в общем, пакеты уже там. Евро 55. Потом я взяла приправы. Приправы у меня для глёга. То есть для глёга. Вы... Как пьется глёг? Так я вам про него еще не рассказала. В общем, красное вино с пряностями. Наливается в кастрюльку, подогревается ни в коем случае не до кипения. И туда добавляется вот эта вся пачка. У нас специальные есть такие наборы для этого, для глёга. Что туда входит? Сейчас расскажу, что туда входит. Вон, видите, тут написано, разогрейте одну бутылку красного вина, 100 грамм сахара, но это не надо. И пакетик смеси для глинтвейна до 80 градусов. И оставьте на 20 минут под крышкой. И процедите. О, боже, это запах, это просто невероятно. А я, кстати, не вижу, что здесь они не написали. А что там? Обычно это гвоздика, корица,
изюм, что ли. Вон гвоздику вижу. Это даже не написано, что. Всякие какие-то палочки. Ой, слушайте, я даже вам не расскажу, что это. Я думала, я сейчас зачитаю, блесну тут. Апельсиновая цедра, наверное, гвоздика, изюм. Ой, миндаль обычно. В общем, я даже не блесну. Только когда с вами будем открывать и все это делать в Рождество, этот глёк, тогда мы все это воочию увидите. И вы, я, кстати, тоже ничего не видел. Сметана у нас стоит 85 центов. Где она у нас тут валяется? Сметана наша. Вот она, наша сметана, 85 центов, 20% густая, такая хорошая сметана от фирмы Фарми. Так, что еще? Взяла два желе, муж просил желе и взбитые сливки, эти вот, ну, жирные сливки взять, чтобы сделать ему, значит, это взбитое желе. Желе я сейчас возиться сама не буду, поэтому взбитые сливки с желе ему будут. И желе у нас стоит €59 стоят сливки и 35 центов стоит желе. 35 желе. Все вот эти, Кристина, на десерты по 80 центов, по 60. Себе я взяла вот такой творог домашний с креветочным, ну, с этим, с макрой, короче, с креветками типа. Сливки обычные для кофе тоже взяли, я их часто и в еду, и в соусы, 29 центов, вот такие больших, к сожалению, не было. Ряженка, это я тоже Кристине беру, €19, я брала в России ряженку. Эту нежно-желтого цвета воду я вылила сразу в раковину. Нежно-желтого цвета была водичка. Ё-моё. Свекла у меня здесь где-то вакуумная, €19. Натираю в семье, когда там, ну, гарнир, да, типа пюре котлета, и натереть свеклу на тоненькой терке туда сыр, майонез, чесночка, вообще отлично. Так, что еще взяла? Молотый перец я взяла еще. И я взяла прованские травы. Прованские травы. 49 центов стоят эти прованские травы. Великолепная приправа. 45 центов. Чёртый молотый перец 99 центов. Тоже взяла. И еще я взяла, где-то я здесь не вижу, ароматная соль. Должна была быть. Вот она, ароматная соль. Без нее я вообще не живу. Она вообще великолепна для всех блюд. И для макарон. Это вообще, это просто изумительно. Такую сразу большую банку беру. Очень вкусная. €29 вот эта банка стоит. Здесь грамм 74 грамма. Это надолго ее хватает. Но она придает потрясающий вкус этому. Я вам рассказывала, научил один эстонец. Ой, фин научил один использовать ее. С макаронами это вообще невероятно. Так, потом я взяла еще рагу. Замороженное, €99, простые косточки. У меня есть еще пол капусты. Будет у нас с вами суп как-нибудь. Обычная соль 39 центов, йодированная тоже у меня кончается. Засыплю ее в банки. Банку у нас с вами, помните, разбор был кухни. Банки у нас с вами есть. Самое страшное для меня, когда у меня в доме кончается сода, соль, как говорится, и спички. И всегда забываешь в магазине это купить. Ну, всегда забываешь. Поэтому, когда кончается соль или сода, это конец. Эту соду, наверное, вот то, что вот это, мы, наверное, месяц ее покупали, потому что все время все забывают. Так, что еще? Гриль-ножки взяла на 5 евро. Их здесь много. Это я так себе погрызть ножки. Еще я не знаю, что класть, в какой майонез класть салат, который будет оливье на Новый год.
Многие не кладут майонез, вредно, все, все вредно везде. Да, наверное. Но вот я, к сожалению, в Новый год все делаю вредное. Поэтому вот в этом случае на меня смотреть совсем не надо. У меня абсолютно все вредное, все по старинке. Майонез, сметана, колбаса, все, что нельзя, не надо, плохо. Ну, в общем, я к чему? Раньше майонез в Эстонии был нормальный, фирма Lehtsala. Если меня вот смотрите, да, кто-то из Эстонии, знаете или нет, Lehtsala производит по-прежнему майонезы или нет? Там был майонез прекрасный, прекрасными вкусовыми качествами, 18%, 33%, и вкусно, и маложирно. Здесь все 50, 60, 70, чуть ли не 80, вообще сало какое-то, это ужас. Я не знаю, какие они по вкусовым, я их как бы так особо не ем. Я вот взяла маленькую пачку, чтобы кто-то попробовал вот из домашних, или я попробую, чтобы салат не испортить потом. Потому что не знаю, какой теперь взять. Lehtsala я больше в магазинах не вижу, к сожалению. Лук 69 центов, вот это 100 грамм здесь и 69 центов лучок. Зеленый всегда нужен, я всегда кладу его круглогодично. Всегда у нас лук, петрушка и так далее. Так, сахар у нас, килограмм сахара в Эстонии здесь стоит у нас 49 центов. Где он? Вот он. 49 центов килограмм сахара. Вот сахар. Обычный белый сахар, тоже можно без конца. Так, еще я взяла, я просто смотрю, вот ветчину никак не могу найти здесь. Я все время подсматриваю в шпаргалку. Я скажу вам обязательно по итогу чек, я помню ваши саркастические замечания по поводу общего чека. Помню, все расскажу. Ничего не утаю сегодня. Из филе свинины, ветчина. И вот этот хлебополовинка, Сандра придет, она любит, когда суп есть, немножечко сделает бутербродик с ветчиной. Так у нас как-то она лежит, а вот я для Сандры взяла. Чеснок у нас стоит 3 евро 29 центов. Где-то здесь болтается две штуки на 30 центов. Не вижу. На будущее взяла эту бройлерную Макс. Как она? Печень куриную. Да, евро 39. Сделаю как-нибудь соус. Здесь тоже, оказывается, железа очень много. Я почему-то думала, что очень много железа только в говяжьей печени. А в куриной, кстати, ее еще больше. Это я к Кристине в качестве поставщика железа. И потом я взяла много луку. А вот, кстати, пакеты. Ничего муж не забрал. Точно пылесосит, но точно не забрал. Вот они, 30. Вот такими мы пользуемся. Лук сегодня был. Это не лук, это была просто песня какая-то на выставку. Вот это был лук. Без всякого запаха гнилья. Какая редкость. Уже в призму, как придешь, вечно какая-то вонь там в этих корытах. Здесь был лук образцово-показательный. Взяла прямо много лука. Сейчас скажу, сколько килограмм стоит. 35 центов. 35 центов стоит килограмм этой красоты. Картошка. Сейчас я ее открою пакеты в наше ведро, где она хранится в кладовке. Засуну евро 29. Два сорта красной взяли. Одну такую светлую. Уже мытая она все. Вот такой пакетик 2 килограмма. И морковка у нас. Я ее в холодильнике держу. 19 центов килограмма у нас стоит морковка. Кристина сегодня и приготовила себе покушать. Хорошо у нее вышло, еще и подметает. Молодец. Ну, еще я купила свечки 13 лет Кристине на торт, чтобы воткнуть, как сказать, салютные такие там, ну, салют из торта, чтобы. Потом там кое-что гноми, ну, гномика встретил. В общем, 115 евро, 89 центов этот чек. Вы хотели итог. Кто хочет, умножайте на 90. Какой, кстати, курс сейчас? А то потом опять скажете, что я не тот. То у меня он был 75, потом уже 97. А сейчас что? Я не слежу. В Питер не езжу, не слежу за курсом. Скажите, какой сейчас курс евро к рублю, или как это правильно говорится. А сейчас убираться. Отдохнули. Очень хорошо отдохнули, теперь убираться. Муж уже пылесосит, я уже вам говорила, слышите, шумит. Надеюсь, он не просто там шумит, все-таки что-то делал.
Кристина сейчас будет свою комнату убирать, и потом она еще намоет все полы, тоже поможет, и сантехнику. Вот, а я что-нибудь, а я пыль там, ну не знаю. В общем, убираемся. В смысле, пылесосим, моем и так далее. Развлекаемся как можем. Будни обычной семьи. Такой канал у меня есть про будни обычной семьи. Уборка, готовка, магазины, простые праздники. Как у всех, все как у всех. Так, теперь Кристина пылесосит у себя только сама. Никакой папа, ни мама здесь ничего не пылесосит. Все подняла. Все здесь, да. Ой, какая умница. Очень хозяйственная девочка, между прочим. Единственное, что у нас осталось вот здесь на комоде, здесь у нас еще не создана композиция. Мы этот комод превратим в очень красивое сказочное место. Еще руки не дошли. Пылесось. На ковре очень много черных штучек. Это от кота. Они бегают тут, балуются безумно. И потом много вот этой кошачьей шерсти на пылесосить. Умничка моя. Все пределы. Муж и Кристина. Ну и, конечно, Маркиз тоже пределы. Он с опаской смотрит на пылесос. Да. Что, мой хороший, пылесосят там, да, пылесосят. Да. Чистый ковер какой стола. Ой, умница. Возится, полчаса, наверное, возится уже. А тут что? Ой-ой-ой, а что ты его за... А что ты? А, вы причесываете. Там пылесосение, а здесь процесс. Как это кусаться? Нельзя кусаться. Ах, вот здесь что происходит. И что там, Вась, что-то есть? Покажи в расческе. Что-то есть, да? Подожди, я сейчас чешу. Есть, конечно. Да ты что, кажется. А что-то ему не нравится? Он не хочет, да? А, так он не хочет, что ли? Боже мой, боже мой. Вот это что за салоны? Так он не... А что ты убегаешь? А надо вычиститься. Ты знаешь, что весь ковер в шерсти? Я не чистым трубочистом. Знаешь что? А ты знаешь, что все в твоей шерсти? Давай мы тебя почешем. Ой, какой, боже мой, кошачий салон. О, смотри, видишь? Ничего себе! Это за 5 движений? Это еще мало. Маркиз, ну давай, пожалуйста. Ну да, а почему... А, подожди, не, подожди. Вася, он повис на стенке. Ну а теперь прощаюсь с вами, друзья. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Надеюсь, у вас хорошее настроение, праздничное. Ну, во всяком случае, в ту сторону. Ведь все-таки скоро праздники. Уже атмосфера царит в городе, везде такая... рождественская, уже везде елки. Во всяком случае, в Эстонии уже очень многие нарядили елки, но искусственные, но уже у многих наряжено. У меня у старшей дочери уже наряжена роскошная елка. Вот все зовет на кофе. Они купили кофейный аппарат, кофейную машину, не аппарат, машину кофейную прямо. Елку нарядили. У меня нет даже времени, чтобы нам туда всем съездить и продегустировать этот кофе. Нас на кофе послали. Ах, я ж прощалась, да, то я сейчас, знаете, нарассуждаю, не попрощаюсь. В общем, всем до свидания, настроение поднимаем сами себе, все в наших руках, чтобы все-все у вас было хорошо и замечательно, замурчательно. И солнышко в душе, как обычно. До свидания.